Российская сторона собирается поднять вопрос о расследовании гибели в США, усыновленного из России Максима Кузьмина, на международный уровень. Напомню, как постановила прокуратура штата Техас, смерть трехлетнего Макса Шато стала результатом несчастного случая, а его приемных родителей не будут привлекать к ответственности. В ответ Ассоциация родительских комитетов России пообещала, что так дело не оставит и будет добиваться наказания виновных. Ну, естественно, мы хотим знать правду, мы хотим, чтобы нас не принимали за дураков, говоря нам о том, что трехлетний мальчик может настолько покачаться на качелях, что результатом этого катания станет смерть и разрыв внутренних органов. Мы не понимаем, почему информация Техасского департамента по делам детей и семьи настолько отличается от той информации, которую сейчас предоставляет Госдепартамент США. И мы хотим, конечно, первое это знать.